Многие знают, что при лечении хронического простатита делается массаж простаты, и это правильно. Причина проблем очень часто – это застойные явления. И массаж простаты – это один из способов устранения причины. И врачи предлагают это делать за деньги. Может быть, некоторые урологи обучают пациентов? Не знаю. Я подумал о том, что в принципе массаж – это процедура, которую человек может выполнить сам. С другой стороны, сомнения одолевали. А вдруг что-то не так буду делать? С кем посоветоваться? Тема эта для мужчин стыдная. Никто делиться не будет, ведь массаж через анальное отверстие ведется. Нарвешься на друга в кавычках, и он объявит тебя голубым и растрезвонит об этом. Кому это надо? С врачом посоветоваться? Мне кажется, врач однозначно скажет, плати и будем делать мы. Но, может, я ошибаюсь. И вот недавно мне попалось на глаза отзывы покупателей массажеров для мужчин. Публикуются они на известной мировой торговой площадке. Я сам там делаю покупки. И я знаю, что эти отзывы имеют своей целью отделить порядочных продавцов от непорядочных. Причем там полная анонимность покупателей и отзывы очень откровенные. Я почитал много отзывов. Отзывы разные, по разному поводу. Например, каждый четвертый сообщает об эффективности или неэффективности этого прибора для него. Ну типа купил и не зря, или толку нет от этого массажера. Ну вот читал я, и постепенно отношение к тому, можно ли делать это самому или нельзя, менялось. Многие в этих отзывах пишут сознанием дела, то есть процедура массажа у врача им знакома. Чем понравились мне приводимые далее отзывы? Это отсутствие страха перед проблемой, которая с людьми переключилась, и смелостью. Смелостью шагнуть за обывательские стереотипы ради своего здоровья. Но лучше я зачитаю эти отзывы, а вы уж сами сделаете выводы. Эти отзывы в текстовом виде я выложу в сообществе этого канала. Итак, отзывы. Посылка дошла быстро. Массажер крутой. После 30 секунд применения вышел шок простаты. Даже с примесью спермы, около 4 крупных капель. Массировал около 2 минут. Брал в профилактических целях. Цена полностью себя оправдывает. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Буду массировать в целях профилактики застойного простатита при воздержании. Следующий отзыв. Заказ пришел быстро. Полностью соответствует изображенному на сайте. Ориентация моя нормальная. Покупал для профилактики и лечения простатита. К врачу регулярно ходить никаких денег не хватит. Курьер вручил из рук в руки. Упаковка не прощупывается. На ней надпись на английском. Массажер для лица. Следующий отзыв. Под нужным углом до простаты достает. Рекомендую. Следующий. Супер быстрая доставка. Массажер немного толстоват и главное нанести побольше смазки. Достаточно мощный секрет выделяется. Просто нужно больше времени, чем при пальцевом массаже. Следующий. Для медицинского применения нормально. Сок выделяется. Помог или нет, не знаю. Нужно анализы сдавать. Но по ощущениям помогает. Как игрушку я его, наверное, никогда не пойму. Потому как приковат он. Следующий. Ничего так вещится. Я думаю, лечебный профилактический эффект будет. Позже отзыв дополнен. Да, все нормально. Возраст поджимает, и чтобы не доводить до врачей, так сказать, до последнего, лучше профилактировать. Следующий. Отличное качество, хорошая вибрация, анатомически идеальные размеры. Водозащищенная. Доставили курьером в непрощупываемой, непрозрачной упаковке. Доволен. Следующий. Товар соответствует описанию. Посылка дошла довольно быстро, не более 3 недель. По ощущениям, вибрация довольно мощная. Настоящий массаж простаты, наверное, не заменит. Но как профилактическая стимуляция вполне. Следующее. Нормально. Не силикон. Крупнее пальца врача. Следующий. Довольно большой. Обязательно используйте гель. Приятный на ощупь. Легко моется. Много режимов. Секрет выделяется. Следующий. Попробовал сей девайс. Ну, что можно сказать? Вибрирует нормально. Но того и гляди выскочит. Держать надо. Ну или жена пусть помогает. Если массаж пальцем жены, то это 2-3 минуты.
А если этой жужжалки, то минут 10 точно. Советую, берите. Все лучше так, чем вообще никак. И ссать по утрам полной струей, согласитесь, лучше, чем выдавливать из себя. Следующий. Вибрирует хорошо, выделяет секрет. Мне кажется, эта штука хорошо подойдет. Следующий. Форма идеальная. Не сравнить с пальцем уролога. Уролог действует направленно и быстро. Это хорошо и результативно. Но этот аппарат действует иначе. Видимо, какая-то правильная вибрация. Мне подошла пара-тройка режимов. Хотя можно и физически, и как пальцем, воздействовать на простату, направляя массажер в нужную сторону. Кончил и не заметил даже. Или секрет вышел. Рекомендую всячески. Лечебный эффект ощутил. Всем здоровья, мужики. Не стремайтесь. Здоровье дороже. Следующий. Вещь годная. Главное – правильное положение или угол подобрать. Не сразу получилось. Но в итоге я смог добиться того, что надо для получения эффекта. Рекомендую магазин «Товар». Следующий. Товар был доставлен курьером. Все соответствует описанию. Внутри есть инструкция на русском. Без запаха, но очень-очень приятный. Пришел в вакуумном пакете с пометкой на английском. Facecal Massager. Так что все анонимно. Следующий. Упаковка хорошая. Товар без повреждений. Качество отличное. Со стороны медицинских показателей. Нужно время. Следующий. Вибрация чувствительная. Штука должна быть полезной. Для стимуляции кровообращения. Если без особых претензий. Следующий. Я в восторге. Начиная с упаковки, которая огонь. Ну и, конечно, работой массажера. Искры из глаз, дорогие друзья. Рекомендую всем. Следующий. ХЗ. Что за терапевтический эффект должен быть? Но нагреваясь, он снимает неприятные ощущения. Ну, как я говорил, отзывы разные. Есть, например, такие. Ну, лучше так, чем чужой палец. Уже. Же девственный массажер, хоть и не толстый, первый раз еле засунул. Смазку надо на водной основе. С кремом еле вытащил. Чуть же не порвал. До простаты вроде достает. Длинный и загнутый, работает. Нижняя часть с головной жестко закреплена. До этого брал с башней вертящейся, так он весь мягкий, в прямой кишке болтается только. Ну, что еще сказать? На мужиков не тянет. Девахи нравятся по-прежнему. Же не треснуло. Парни, всем желаю, чтоб стоял и деньги были. А есть и такие отзывы. Пипец. Хотел, чтобы никто не знал, но жена нашла подарочный предик в кармане. И пришлось ей рассказать, откуда он взялся, и показать этот массажер. Честно говоря, немного стыдновато говорить на такие темы, даже с любимой. Зачем ей знать, что я себе уже хотел воткнуть, даже ради лечения? В итоге ей рассказать пришлось, и еще поругались. Так что лучше сразу рассказывайте своим или прячьте лучше. Всем добра и берегите себя! Ну вот, чтение отзывов я закончил. Я выбрал только часть отзывов, которые ближе всего к теме. Отзывы там не модерируются, полностью анонимные, поэтому мужики там не стесняются. Встречаются не совсем пристойные отзывы. Если кому-то интересно, смотрите оригинал. Чем мне понравились приведенные отзывы? Это отсутствие страха перед проблемой, которая с людьми приключилась. И смелость. Смелость шагнуть за обывательские стереотипы ради здоровья.